будет называть нас людьми, которые поверили Мавроди. А, слушай, здесь всего 9 испытаний, так что мы пройдем за один вечер. Да, я столько вспоминал, что... Ааа, тормозит! Что ты несколько преувеличил, когда сказал, что мы пройдем за 2 часа. Да не, пройдем. Ты меня чуть этой не расщепил этой херней. Я завершу ритуальное самоубийство. Ну должен же я хоть в этой игре совершить его. Окей, это гель... А, это гель для прыжков. Может быть, стоит его поставить... Стой. И чё я сделал? Изолятор временного задержания? Да. Эй! Эй! Вот так. Стой, может вот так вот? Вот так вот. А, вой, мы должны пропрыгать будем. А тут поставить стенку сбоку. Смотри. Отпрыгиваем отсюда и от стенки. Да, я понял. Давай всю стену тут и крась. Крась. Игра учит быть маляром. Блин, это я должен красить. А от луча ведь не отпрыгнем? Отпрыгнем, он тоже красится. Мы это проходим... Ты чё? Это же одно из последних испытаний в этом... В одиночной компании. Ой. Не-не-не, надо этот... Стой! Надо луч тоже покрасить. Я жду, я не прыгаю. Видишь, он тоже красится. Я уже забыл, когда прыгнул. Какое интересное занятие. Прям как Paint, только в виде головоломки. Ты играл в Tag? Power Paint, про который я тебе говорил. Нет. Который вот основной. Не. Но это, блин... Это то, что было до портала, до вот этой хрени. Да, ура! Ура! Ай, меня забрызгало краской! Ура! Батутики! Батутики! Батутики кончились. Чё, это все? Нет, не все. Да, я достиг того, что разгадал эту загадку с первого раза. И не я, Рейджер. То есть, Рейджер, а не я. Блин, что-то я сейчас себя унизил. Ай, кошмар. Так. Ну, я нашел путь кнопки. И нашел хрень. Ты должен разбежаться и прыгнуть. Я не знаю, как это произойти будет. А, стой, там куб есть, там куб есть. И там куб есть. Вот это прикол. Ты где? Давай. О. Ты что там собрался делать? А, там можно... Да, там можно прыгнуть. Стоять, а здесь ты чё? А, все понял. А вот здесь надо сделать так. Блин, если я так сделаю. Смотри, сделай... Да, вот сюда. Поставь. Наливай краску. А как я тяну краску? У меня уберется этот. Вот. Нет, ты сделай сюда, сюда, налей краску оранжевую. Лей. А теперь сюда синюю. Так. А вот сюда да, синюю. Да, да. Я сейчас тебя въехал. Подожди, я сейчас попытаюсь сделать это. Я! Нет, подожди, стой. Вот там же будет... Это было так по-идиотски. Нет! Да! Я вижу твою... Адя!
Ты пытаешься убиться об стену. Черт, я пытался убиться об стену, но убил свободу, блин. Да, фейл это девиз нашего прохождения, если кто-то не понял. Вот, Гладос... А-а-а! Я думал, меня сейчас сзади подгоняют 300 спартанцев. Это было страшно. Ты не то сделал. Да. Закрась это оранжевой краской. Тебе Рома сказал «Откуда? Откуда?» Ну что ты сделал? Откуда? Эй, ты меня забыл. Не говори, что я сделал. Лучше не говори, что я сделал. Я ничего плохого не имел в виду, но ладно, ты это сам понял. Все, я бегу назад. Что? Я бегу назад, не отключай дорожку. Не отключай дорожку. Даже если у тебя нет ачивмента. Стой, отойди с дороги, отойди с дороги. Я хочу все-таки это сделать. Я хочу достать до потолка. Не, не получилось. Так, и что дальше? Ну, открыли мы. И... Ну, судя по всему, надо запрыгнуть в него. Подожди. Андрей, вот эти же зачем-то нужны. А! Чего? Хотя нет. Меня тут отвлекли немного. Подожди, вот нет. Здесь вот есть, смотри. А они-то для чего? Ну... Для того, чтобы, видимо, разогнаться, может быть, а может... А-а-а! Попробуй сейчас пройти. А, стой, стой, вот так можно сделать, вот так вот. И теперь попробуй, попробуй на неё... Не-не-не, попробуй на... Это была глупая смерть. Чёртова Гладос, ненавижу. Смотри, иди туда. Иди сейчас туда, зайди назад. Да, и тебе нужно поставить сюда и вот сюда. А. Подожди. Воу-воу-воу! Воу-воу-воу! Смотри, вот так, вот это сделай. А, блин, там же синий. И вот сюда. А, не хватает. А если сюда? Да не... Хотя, может быть, сейчас... Да. Есть что-то в этом. Это было так глупо! Со стороны выглядело. Еееех! Вот это же! Бесконечно же можно так! Было смешно, по крайней мере. Особенно со стороны. Блин, а что делать-то? Надо как-то его так вот сделать. Все верно, я поставил сейчас. Ну либо так, но так вообще не вариант. А хотя стой! Нет. Так можно? Там прыжок. Все, да. Не-не-не, все, все, вот так, вот так. И там на прыжке перейти. Да хоть я пострадаю этим. Вау! Вау! Эй! Какого хера ты не прыгаешь? Блин. А-а-а-а! Что ты сделал? Я умер. Стой, чё, где, кто? А, понял. Давай, булька еще. Нет, не получается. Слишком... В смысле не получается? Она слишком далеко. Ну я немножко так не... Так можно, смотри, долетаю. Сделать как, вот так, например. Чё ты сделал? А, ну да. А, черт, нет, подожди. Тебе нужно убрать пока... А, нет, убрать пока, классно, то да. Блин, ну вроде бы хорошо так шли. И тут. Ага.
Ауч. А, стой. Разогнаться, подпрыгнуть. Сейчас оранжевая прилетит. Они тут, видишь, попеременно идут. Надо потихонечку. О! Видишь, вот здесь, она как-то здесь оказалась. Смотри, краска здесь оказалась. Синяя? Да. Каким макаром? Так она, смотри, она все равно проливается, потому что... Нет, я имею в виду, она сейчас так... Покажу. Отключи оранжевый вообще. Откуда здесь синяя? Откуда здесь синяя краска? Нет, просто убери оранжевую. Она проливается. Вот из этого... Вон, видишь, там капли летят. Откуда вот здесь тогда синяя взялась, смотри. Синяя-то вот здесь падает, а теперь она здесь есть. Вот здесь вот. А ты если чуть-чуть правее красный портал поставишь, а у меня получится немножко левее, то там эти капельки, которые дополнительно вылетают. Стой, я, похоже, допрыгнул. А, чуть-чуть! Ну, прыгай. Извращенец. Не, не получается, надо что-то придумать. Как говоришь, вот так что ли, вот так сделать? Не, не получается. Иди. Если. Не, надо как-то так. Не попробуй. А, нет, блин, так не получается. Поставь назад, как бы. А, поставь вот сюда. А, не, вот сюда. Я попробую отскочить. А, не получается, надо оранжевый теперь еще. Оранжевый добавить. А смотри. Че? Вот мы сейчас запачкаем ее вот эту вот синей. Ну. Вот эту. Ага. А потом ты поставишь ее прямо. И можно будет разогнаться, может прыгнуть и этот. Бежать. Разогнаться на рыжий, прыгать, и вот от этой отскакивать вот туда. А, ну может быть, да. И шайтан какой! А, ну вот, я теперь бубулькаюсь! Бубулькаюсь! Эй, что это было? Где я вообще? Так, теперь подожди. Прыжок. Не, подожди, сейчас рыжим накапает и беги сразу. Беги! Нет! Нет, надо здесь чтоб... А может быть разогнаться, прыгнуть и оттуда еще отскочить? Тут должен быть прыжок, да-да-да, я вот про это хочу. Во-во. Давай. Воу! Молодец, додумал. Давай теперь ты. Погоди. Стой! А как... А, вот сюда. А! Все сделал, окей. You know, some of the exhibits up ahead are topical. At the rate you're going. Ну да, теперь точно верно. Yeah! Все сранец. Быстрее в капсулу. Я когда еноты выигрывал, он каждый раз еще раз делал, я всегда проигрывал на второй раз. Nothing to worry about. It's actually funny in a way you don't understand. Anyway, brace yourselves. I'm going to open the maintenance hole. Эллен Маклейн жжёт. Я буду стоять здесь. Со своей победой.